Если ваш обвисший живот не позволяет вам уверенно вести себя в обществе, не стоит сильно переживать. Сегодня существует множество способов, с помощью которых можно убрать живот и стать стройным и сексуальным. Не всегда выпуклый живот является признаком ожирения. Часто бывает, что обычное вздутие придает животу непривлекательный вид. Бывает, что люди придерживаются диет, которые совершенно им не подходят, тем самым создавая себе больше проблем. И вместо сокращения объемов талии, они получают совсем обратный эффект. В любом случае необходимо тщательно следить за своим питанием. Существует множество вкусных продуктов, которые могут помочь в избавлении от лишнего веса. Такие продукты помогают контролировать уровень напряжения в организме, точно так же, если бы вы потребляли здоровую пищу. Ниже мы перечислим 10 главных продуктов, помогающих быстро уменьшить живот. Необходимо регулярно употреблять эти продукты, и тогда вы очень быстро сможете избавиться от лишних килограммов на животе. На 10 месте зеленый чай. Если вы когда-либо видели человека, соблюдающего диету, то наверняка вам известно, что напитки антиоксиданты – это неотъемлемая часть программы любой диеты. Это может быть как напиток из лимона в теплой воде, так и из меда в горячей воде. Но судя по множественному опыту, ничего не может быть эффективнее и полезнее зеленого чая после каждого приема пищи. Этот напиток не только освежает и снижает уровень холестерина в крови, но и способствует сжиганию жира на животе. Зеленый чай богат катехизисами, которые заставляют тело сжигать калории. Зеленый чай также помогает расслабиться в напряженных ситуациях. Но и употребление обыкновенной питьевой воды, безусловно, тоже будет полезно для организма. На 9 месте грейпфрут. Витамин С, который содержится в фруктах, надежный способ потерять жир на животе. Все ягоды и фрукты, включая малину, клубнику, ежевику, яблоки, апельсины и лимоны, могут быть в вашем меню, но намного полезнее будет просто употреблять половинку грейпфрута после каждого приема пищи. Наблюдения показали, что если вы будете употреблять сок грейпфрута 3 раза в день, вы сможете потерять около 1,5 кг веса за 5 дней. Этот цитрусовый фрукт полезен не только для фигуры, но и для кожи. Мы рекомендуем все-таки этот фрукт есть, а не пить, так как если у вас вздутие, то волокна грейпфрута будут более полезны для избавления от лишних объемов. На 8 месте темный шоколад. Темный шоколад способствует снижению аппетита до такой степени, что непреодолимое желание съесть что-нибудь жирное, соленое и сладкое практически исчезает. Вы будете удивлены узнать, что согласно исследованиям, человек, который ест темный шоколад перед едой, потребляет меньше калорий, чем другой, кто употребляет молочный шоколад. Чистый темный шоколад содержит мононенасыщенные жирные кислоты, которые являются эффективными для борьбы с жиром на животе. Таким образом, то, что вы должны делать, это всего лишь баловать себя. На 7 месте постное мясо. Постное мясо – это часть полезного питания. Это факт, и вы наверняка много раз слышали, что постное мясо имеет намного больше преимуществ перед жирным. И избавиться от живота при помощи диеты, включающей употребление пастеризованного постного мяса, может стать вполне вкусным вариантом. Отдавайте предпочтение мясу животных, которые питались травой, а не зерном. Если вы выбираете курицу, то рекомендуется употреблять в пищу цыплят, которые росли в свободных условиях, так как в них меньше калорий, чем в цыплятах, выращенных на птицефабриках. Рыба также является хорошим мясом. Мясо рыбы содержит омега-3 кислоты, витамин В6, калий, фосфор, цинк и линолевую кислоту. Все эти полезные вещества помогут вам стать стройным. На 6 месте яйца. Как уже упоминалось ранее, протеин – это самый эффективный способ борьбы с лишним весом, а яйца – лучший способ получить натуральный протеин. Исследования показали, что те, кто получали 340 калорий из яиц в течение 5 дней в неделю на завтрак, потеряли больше веса, чем те, кто съедал то же количество калорий на завтрак, но в виде другой, более жирной пищи. Вы можете потерять на 65% больше калорий, просто взяв привычку употреблять одно яйцо на завтрак. Таким образом, вы не увидите изменения в уровне холестерина, но увидите изменения в вашей фигуре. Употребление яиц помогает укрепить мышцы и убрать живот намного быстрее, чем употребление мяса и молока. Яйца можно употреблять как жареными, так и вареными. И помните, что желток – это тоже протеин, поэтому ешьте и его. 5 место – овсянка. Многие люди стараются избегать овсянку во время диеты, потому что они считают ее невкусной пищей. Но это хороший вариант, так как ее можно употреблять в любое время – на завтрак, обед и ужин. Но помните, что свой рацион нужно постоянно контролировать. Тарелка овсяной каши поможет подавить аппетит. Если вы едите 15 граммов овса, то ваш голод будет утолен только на 150 калорий. Цельные зерна овса помогут вам потерять в 2,5 раза больше жира, чем обработанный овес. Чтобы увеличить содержание волокон в еде, можно добавлять в овес семена льна. Лен также помогает поддерживать уровень сахара в крови. 4 место – бобы.
Бобы известны в диете как музыкальный фрукт. Было доказано, что у людей, которые включают бобы в ежедневную еду, более узкая талия, и они весят примерно на 3 килограмма меньше людей, которые не употребляют бобовые в процессе своей диеты. Бобы содержат много волокон и белка. Бобовые культуры помогают в процессе наращивания мышц, регулируют пищеварение и помогают сжечь жир. Кроме того, бобы способствуют борьбе с некоторыми болезнями, такими как раком толстой кишки, ожирением, артериальным давлением, проблемами с сердцем. Бобы могут быть заменены чечевицей, горохом, зелеными соевыми бобами или гумусом. Они также богаты железом и фолиевой кислотой. На третьем месте – орехи. Добавить что-то в диету намного легче, чем что-то исключить. И добавление вкусной закуски в диету может стать лучшим моментом всего удручающего процесса избавления от лишнего веса. Потребление горсти орехов не менее 2 раз в неделю может помочь более быстрому похудению. Орехи участвуют в процессе построения мышц и сжигания жиров. Орехи богаты протеинами, волокнами, фосфором, витамином Е, мононасыщенными жирами и магнием. Эти элементы помогают бороться с ожирением, потерей мышечной массы, раком, кровяным давлением, болезнями сердца, а также способствуют разглаживанию морщин на лице. Миндаль, арахис, фисташки и другие орехи помогают убрать живот и растворить. Но помните, что избыток орехов в диете – это тоже не очень хорошо. На втором месте – свежие зеленые овощи. Свежие зеленые овощи очень полезны, и об их преимуществах можно говорить бесконечно. Их рекомендуют как при начальных стадиях болезни, так и при хронических заболеваниях. Овощи обладают суперсилой против старения организма. Употребляя овощи, человек борется с ожирением, раком, проблемами сердца и слабостью костей. Овощной салат – это лучший помощник в похудении. Вы можете положить в салат шпинат, огурцы, кабачки, помидоры, морковь, грибы, лук и все овощи, которые вы любите. Также можно добавить черный перец. Он ускоряет метаболизм и способствует сжиганию жира, соль, а также лимон или уксус. Многие люди добавляют в салат бобы. Овощи будут намного полезнее, если употреблять их в сыром виде. И на первом месте – молоко и молочные продукты. Наверняка вы слышали, что помимо функции укрепления костей, молоко является еще очень вкусным и полезным жиром, а также сжигателем калорий. Кокосовое молоко – очень вкусный напиток, который все непременно поможет вам в борьбе с лишним весом. А йогурт – это хороший перекус, который не скажется негативно на вашей фигуре. Молоко – это очень полезный для организма продукт, который обладает низким содержанием жира. Поэтому его необходимо включить в программу своей диеты. Кальций – это основной элемент в молоке и молочных продуктах. Кальций не позволяет холестерину задерживаться в теле. Поэтому люди, употребляющие молоко, худеют намного быстрее, чем те, кто его не пьет. Пейте йогурт 3 раза и как минимум 2 стакана молока в день. Это самый эффективный способ в борьбе с толстым животом. Поэтому пейте полезные напитки, и тогда вы всегда будете в тонусе. Будьте здоровы, подписывайтесь на канал. Бай-бай.